Традиционные ценности, где семья состоит из женщины, мужчины и детей, в 21 веке постепенно размываются, так как общество становится менее консервативным. Нежелание обзаводиться потомством не считается отклонением, да и борьба за право жить так, как хочется, приносит свои плоды. В нашей подборке звезды без семьи и как они объяснили свой выбор. Анна Чиповская. «Минутка душевного эксгибиционизма» – так звучал заголовок публикации российской актрисы в инстаграм-аккаунте, в котором знаменитость рассказала, почему не собирается создавать семью. Причиной такого признания стали многочисленные слухи о скорой свадьбе Анны Чиповской с партнером Дмитрием Яндальцевым. Актриса заявила, что не хочет на данном этапе жизни выходить замуж и заводить детей, потому что это абстрактное будущее, а она хочет жить настоящим. Анатолий Вассерман. Анатолий Вассерман – редкий случай звезды без семьи не из-за внутренних убеждений, а из-за обета, данного в юности. Телеведущий и журналист утверждает, что принятый во время спора с однокурсником обет целомудрия никогда не будет нарушен, даже несмотря на то, что в зрелом возрасте мужчина пожалел о своем решении. Однако поддерживающий идею свободных отношений Анатолий Вассерман все равно никогда бы не женился. Земфира. Личная жизнь российской исполнительницы – загадка, разгадать которую невозможно, ведь Земфира не любит давать интервью. Поклонникам приходится только догадываться, была ли совместная жизнь с Вячеславом Петкуном и Ренатой Литвиновой правдой, или все же артистка просто из принципа не заводит семью. Возможно, виной одиночеству стала смерть близких людей. В 2009-м умер отец, в 2010-м брат, а в 2015-м мать. Шарлиз Терон. Уникальная личная жизнь Шарлиз Терон у многих вызывает недоумение, но чаще восхищение. Известно, что голливудская актриса усыновила двоих детей – Агаста и Джексона, а потому перестала чувствовать себя одинокой, закрепив статус вечной матери-одиночки. Кроме того, Шарлиз заявила, что поддерживает идею гостевого брака. Помню, общество очень удивилось рассказу Гвинет Пелтроу о том, что они с мужем живут по отдельности. Я же тогда поняла, что это самый подходящий для меня вариант. Вайнона Райдер. Голливудская знаменитость, чье имя запечатлено на Аллее Славы, не делала громких заявлений по поводу до сих пор не состоявшейся свадьбы с партнером Скоттом Маккинлием Ханом. Причина до смешного проста, и этим секретом Вайнона Райдер поделилась с журналистами в интервью изданию The Edit. «Я думаю, если в моем браке что-то пойдет не так, я просто не смогу развестись с мужем и буду несчастна. Так что лучше вообще не быть женой, чем потом проходить через расставание». Киану Ривз. Одиночество самого грустного актера современности уже давно стало достоянием общественности. Конечно, отшельником Киану Ривз был далеко не всегда. Череда трагических событий в прошлом актера наложила серьезный отпечаток на его отношение к жизни. Неожиданная смерть близкого друга Ривера Феникса, гибель возлюбленной в автокатастрофе. Сам Киану признается, что любит быть один, но при этом совершенно не переносит одиночество. Поэтому так или иначе в его жизни присутствуют близкие люди, хоть и на определенном расстоянии.